Добрый день, друзья. Сегодня у нас 7 августа 2020 года. Я сейчас вам освещу улицу дважды Героя Советского Союза Арсения Васильевича Вражекина. Школа, где рядом находится, детский садик вот здесь находится. И я сейчас вам освещу, немножко вам поведаю, как у нас в районе власть сегодня перед выборами, за буквально остается до выборов месяц, как она сделала дорогу в городе-городце для жителей нашего города. Улица дважды Героя Советского Союза, рядом находится школа первая, где он учился, вот здесь находится садик, вот он, и в 20 метрах находится он там за военкомат, за деревьями. Значит, в нашем районе управляет доктор экономических наук Николай Федорович Поляков, бывший начальник налоговой инспекции, который собирал налоги в нашей Нижегородской области, и Беспалов, 5-й год руководит, ну и плюс единорос, комсомолец Александр Сергеевич Жеков. Еще раз повторю, кстати, они живут буквально 250 метров от этой улицы. 250 метров вот от этой улицы живет сам доктор наук Николай Федорович Поляков, начальник налоговой инспекции бывший, который собирал налоги. Беспалов живет в другом месте, и Жиряков. И вот я вам, друзья, сейчас я вам покажу, продемонстрирую реальную жизнь в нашем городце месяц до выборов. Сегодня у нас 7 августа, время 11 часов 45 минут. Через буквально 30 минут у меня будет другое совещание, где я должен буду прийти на территориальную избирательную комиссию, и мне сегодня откажут в избирательном, то есть я одну буковку ошибся, за место улицы Мелиораторов я написал улица Мелиораторов, и одна буковка у меня получилась ошибка, за это меня будут снимать, а за то, что сегодня руководит господин Поляков, господин Жиряков и господин Беспалов, мы сейчас вам просто продемонстрируем, как они сейчас издеваются над народом, над нашим, как они умеют считать, как они защищали свою докторскую степень ученые, как они занимались наукой. Я сейчас вам покажу, друзья, простую улицу, и вы будете все понятно. Улица дважды Героя Советского Союза, Героя авиации Арсения Васильевича Вражекина. Итак, ямы начали заделывать. Ямы начали заделывать перед выборами. Вот мы видим, как они заделали ямы на этой улице. Вроде нормально, да? Скажут, ну как же, Андрей, улицы-то заделаны. Вот ямки заделали, все нормально. Вот заделали, вроде все хорошо. Все отлично. Чего ты шумишь-то? Все отлично. А мы же работаем для народа. Мы делаем все для того, чтобы в России жизнь улучшалась. И вот мы доходим до первой ямки. Про эту ямку они забыли, наверное, положить. Другую ямку, наверное, тоже положили забыть. Здесь уже, наверное, кончился асфальт. Здесь, наверное, кончился. Нет, еще не кончился, еще идет. А здесь они вообще не положили. Нахрен здесь ложить, пускай так ездят. На этой улице, кстати, живут три депутата городской думы. Андрей Возов, Паша Грачев и Чугунов. Он проехал директор военкомата. Его, наверное, дорогу... Идем дальше. Полиция рядом находится. Давайте, друзья, сейчас вот сидит полицейский и сделаем, я сделаю, подойду к нему, как гражданину, гражданской позиции. Интересно, он может что-то сделать сейчас или, ну, или не сможет. Сейчас я ему, кстати, подойду, скажу, устраивает ли его сегодня дорога. Человек в погонах, давайте подойду просто к нему. Он сидит, наверняка подъехал в военкомат. Вот. Еще раз, друзья, продемонстрирую вам. Сейчас спросим человека в погонах. Здрасте! Здрасте, вы не подскажете вашу гражданскую позицию, как человека в погонах? Сейчас перезвоню. Как вот гражданская позиция? Я вот депутата хочу пойти. Вот ваша позиция, вот я по этому участку. 5 лет. А, 5 лет? 5 лет ничего не делал. 5 лет ничего не делалось. А не... вы обращались куда-то? Да, обращался, и я был депутатом. Дорогу, да. Спасибо.
Спасибо. Человек в погонах. Друзья, ваша гражданская позиция по этой дороге, можете что-то сказать? Ваша гражданская позиция по этой дороге. Вот у нас, нашим районом руководит доктор экономических наук Поляков Николай Федорович, который принимает законы. Вот просто ваше мнение. Уже вот 30 лет, наверное, она не ремонтируется. Я был депутатом. Так, а зайди сюда и погляди. Так я уже заснял ее. Вот, заснял. Ага. Здесь, так здесь военкомат. Здесь военкомат отправляет в армию. Все, автобус приезжает. Вот твоя гражданская позиция, что-то поменялось, улучшилась ли жизнь, скажи. Просто. Да вот, вот маленько залатали, и то все здесь залатали. Ага. Все. То есть вот так вот. Ну так это вообще издевательство, я считаю. Да, а дальше что? Василий, гражданскую позицию свою скажи по улице, по этой, депутаты иду. А вон там дальше опять ямы. Да. Что они тут? Гражданскую позицию свою скажи. Бардак. Бардак? Василий, ну скажи честно, вот, ну что, мы уже нет. Ну скажи пару слов, Василий. 30 лет ничего нет. У меня просто добивается что Поляков Николай Федорович, доктор экономических наук, Жиряков 30 лет сидят в администрации, ничего не могут. А? Василий, ну скажи что? Ты главный врач боится сказать. Человек в погонах сказал. Видите, вот все проверяется простой. С одной стороны, что бояться-то? Вот говори, вот показывай, всю реальную жизнь нашего городца. Вот она, все, вот залатали немножечко здесь, а дальше все бросили. Друзья, поэтому нам никогда русским людям, славянам, не дадут зарегистрироваться хотя бы даже в депутаты. То, что я проскочил в 2010 году, наверное, это просто они просмотрели этот момент, проморгали просто. Поэтому славян никуда не пускают, вы не увидите ни у кого, потому что там, кто сидит в этих администрациях, практически не осталось ни у кого. Ни совести, ни чести. Понимаете, а слово русского офицера, оно вообще давно уже забыто. Здрасте. Гражданскую позицию свою скажите. Вот как считаете, вы нормально положили? Вон нет, там вообще, а? Никуда не годно. Спасибо большое. И еще бы на Панфилова 648 пришли бы. Спасибо. Посмотрели, там вообще. Вообще дорог нет, да? Нет, положили вот такой булыжник, ага. Чтобы заткнуться, чтобы мы не это, больше не кричали, ага. И не орали. Видите? Спасибо вам большое. Вы единственная женщина, которая сегодня сказали хоть правду. Спасибо большое. Видите, друзья, есть еще люди, есть, которые говорят, он на Панфилова вообще. Кстати, на Панфилова депутат Жиряков, это председатель городской думы города Городца. Вот, поэтому сейчас они суетятся быстрее, удержаться у власти. Вот такая реальная правда сегодня про город Городец. Вот такую кущевку они здесь создали. 30 лет ничего не меняется. За 30 лет не построено ни одной школы, ни одного детского садика, ни одной больницы. Вот, просто все распродали, все госимущество. Распродали все госимущество, отдали все в аренду. И все, сидят, упаковались и контролируют ситуацию. Никому не богатеть. Ну, а мне, как заслуженный мастер спорта, еще хочется сказать, что за 5 лет вот эти люди, которые сегодня управляли нашим городецким районом и управляют, да, не провели ни одного турнира по боксу. Господин Поляков, господин Беспалов, ни одного турнира по боксу. Ну и плюс это мертвый заместитель, который по социальной политике, это Смирнова Таня, от нее уже все шарахаются. Вот через социальные сети могу просто осветить ситуацию, реальную жизненную, что происходит в городе Городце. Друзья, всего доброго, до новых встреч. С уважением ко всем был почетный житель городского района Гоголев Андрей.